Второй год подряд перед новогодними праздниками во Дворце спорта проводится молодежный бал. Приглашение на него – подарок для учащихся видновских школ за успехи в учебе. В этом году в числе приглашенных около 300 учащихся. Именно для них интересная развлекательная программа. Подробности смотрите в материале Ларисы Вольновой. Празднично украшенный зал, комические герои на ходулях, красавица-елка, ну и, конечно, любимые персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Все это поистине создавало настроение новогоднего торжества у участников молодежного бала. Кто же они? Самые лучшие, самые достойные учащиеся видновских школ, которые заслуженно получили приглашение на бал. Я считаю, что это способствует, во-первых, духовному процветанию самих молодых людей. Это дает им уверенность в том, что они могут, должны и способны делать самое лучшее в жизни, стремиться вперед, чтобы быть в дальнейшем и руководителями, ну и представлять достойный Ленинский район. Вальсирующие пары – настоящий праздник для души. В открытии мероприятия с творческим подарком выступил танцевальный коллектив. Это, безусловно, праздничное настроение. Это традиция. Это наша русская традиция. Это всегда это слово ассоциируется с чем-то пышным, красивым и очень интеллигентным. В программе молодежного бала конкурс презентации образовательных учреждений. Школьные коллективы представляли себя, показывая новогодние номера. Я считаю, что это очень хорошая возможность для всех школ, для всех учеников, чтобы показать свои возможности, свои навыки. Каждое такое вот мероприятие для молодежи – это большая награда для нас. Театральные зарисовки, песни, танцы. Участники конкурса воплощали свои творческие фантазии. А жюри не только наслаждалось концертной программой, но и оценивало молодые таланты. Безусловно, все ребята достойны награды. Получить заряд бодрости, энергии, пообщаться с людьми, и это, наверное, главное. Я очень рада сегодня быть на этом торжестве. Мы уже второй год здесь, принимаем активное участие, нам очень нравится. Молодежный бал – уникальное мероприятие. Это не только конкурсная программа, выступления артистов, но и дискотека. Балы сейчас вообще очень модные. То есть это наша русская традиция, и вообще их надо проводить. Они помогут нашей молодежи общаться. Сегодня, когда школы соберутся в городе все вместе, это будет единение всего нашего народного образования. Организаторам бала действительно удалось подарить ребятам настоящий праздник и порадовать сюрпризами. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.